Бизнес малых лет. Теперь каждый дагестанский школьник может реализовать свою бизнес-идею с помощью проекта «Фабрика Дети». Он стартовал в республике. Об этом рассказал сам куратор проекта Мурат Джалиев в пресс-центре Министерства информации и печати. Он отметил, каждый начинающий молодой предприниматель будет обучаться под руководством опытных бизнесменов. Участники получат знания и смогут сразу внедрить их в практику. Обучение проводится в рамках реализации национального проекта «Малые и средние предприниматели» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Программа «Фабрика Дети», в рамках которой уже наши ребята, кто-то из них уже начинающий предприниматель, кто-то вот в своей сфере, которую он рассказывает, например, SMM, либо продажи, либо навыки презентации, то есть у нас есть ребята-эксперты в этой сфере, мы уже ходим, и вот в школах полную программу ребята прослушают. То есть, начиная с того, поиск идей, написание бизнес-плана, продажи, ведение социальных сетей, навыки презентации.